Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Mercedes 2008 года выпуска, 211 кузове, двигатель 2.2 дизель, коробка автомат. Пробег на автомобиле 132 тысячи километров. Заменю на нем сегодня задние тормозные колодки. Поднимаю автомобиль, снимаю оба задних колеса и отсоединяю цилиндры суппорта. Поднял автомобиль, снял задние колодки. Теперь снимаю вот эту пружину. Снимаю сзади заглушки. Заглушек нет. Странно, заглушки должны быть. Со второй стороны посмотрел, тоже нет. Посмотрю по программе. Если должны быть, надо заказать и поставить. Иначе направляющие грязью забиваются. Здесь, как бывает шестигранный, так бывает и торкс. Я Т30 взял, Т40 взял торкс. И откручиваю направляющие. Выкрутил, берем отверткой, вот ее видно, отодвигаем, все равно будем вытаскивать, чистить, и также нижнюю вторую тоже откручиваем. Тоже отодвинул. Теперь снимаем датчик. Можно пошевеливая немножко вверх-вниз снять. Можно фиксаторы снизу сверху, но как правило фиксаторы высыхают и они обламываются. Поэтому лучше немножко пошевелить его вверх-вниз и он отходит. Отвожу цилиндр в сторону. Внутренняя колодка у нас сидит в поршне на коронке. Вот такая вот коронка. Колодки уже подошли, но датчик еще не обрезала. Диски у нас еще в хорошем состоянии, поэтому мы менять их не будем. Они еще походят у нас. Снимаю направляющие. В принципе, они и не так забиты, но я их все равно почищу. Здесь смазка не добавляется, я брызну просто обычным силиконом. Не знаю, за что зацепить и куда подвесить. О, зацепил. Чищу направляющая маленько, чищу посадочные подколодки.
немножко добавляю смазки под пыльник. Поддеваем. Здесь хорошо, внутри грязи нет. Аккуратненько поддеваем, чтобы его не порвать. И добавляем чуть-чуть смазки. Много не надо. Главное, чтобы она присутствовала там и смазывала пыльник, манжету и поршень. Тогда будет работать долго. Беру струбцину. И вдавливаю поршень. Все, поршень я вдавил. Беру силиконовую смазку. Смазываю место под направляющие. Направляющие почистил и вставляю их. Дальше пока не проталкиваю. Теперь беру колодки. Новые колодки оригинальные. А004 420 4420. Комплект без болтов и датчиков. Датчик заказал новый. Беру новый датчик. Датчик тоже оригинальный. Номер его А211-540-1717. Так, датчик у нас установлен на внутренней колодке, которая у нас идет в поршень, и ставится вот таким образом. Защелкиваем. Так. Устанавливаем колодку в поршень. И устанавливаем на место. Наживляем направляющую. И нижняя. Thank you.
А теперь вставляем датчик. Все, датчик установлен. Остается нам поставить только пружину. Заводим вниз. Заводим вверх и защелкиваем. Все. С одной стороны колодки мы заменили. Аналогичным образом меняем со второй стороны. Здесь устанавливаю колесо и перед... Опуская автомобиль, и перед тем, как начать движение, надо нажать на педаль тормоза 2-3 раза, чтобы у нас цилиндр прижал к колодке. На этом все. Замену задних тормозных колодок я закончил. Всего вам доброго.